Добрый день, дорогие друзья! С 1 по 10 декабря во всем мире проходит декада инвалидов. Она приурочена к Международному дню инвалидов, который по решению Организации Объединенных Наций с 1992 года отмечается 3 декабря. Декада инвалидов проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, а также изменение устоявшегося мнения об инвалидах как людях неполноценных и неспособных к жизни в современном обществе. Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени Маяковского не остается в стороне от столь социально значимой даты и организует в социальных сетях IQ-трек «Этюды взаимоотношений». Начиная уже с сегодняшнего дня и до 10 декабря включительно, мы будем рассказывать вам о людях с ограниченными возможностями здоровья, об их талантах и успехах. Дадим вам советы по этике общения с данной категорией населения. Вокруг нас живут люди с разными возможностями и потребностями, но их нельзя разделить на людей и людей-инвалидов, потому что люди так не делятся. Несмотря на то, что у этих людей ограничены возможности, они безграничны в своих способностях и талантах. Благодаря огромной силе духа и воли они добиваются больших успехов в различных сферах деятельности. Они не такие, как все. Кто-то скажет «ограниченные», а мы называем их «особыми» — людьми с явно выраженными отличиями. Совсем. Мне интересно с ним играть, но мне нельзя его ни на минуту оставлять на свете одного. Я научился понимать, как трудно бывает ему, и самое трудное — это сказать обо всем самому. Представьте, что здесь происходит чудесное волшебство. В меня душа его входит, и я говорю за него. Мы просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. Мы по-другому говорим, и мир для нас другой, и потому в себе храним испуганную боль. И я не смогу научиться обманывать и грубить, стремиться мир безответно любить. Есть мама и моя сестра, без них ни единого дня. Не выжить мне даже в квартире, ведь это чужая земля. Мы просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. Вы видите всего лишь дождь, и он для вас идет. Течет вода, вода течет, и замерзает в лед. Мы видим узоры снежинок, кристаллики в глубине льда. Все капельки, что застынут, для вас это лишь вода. А в нашем мире все не так, здесь могут часы замирать, и миллион дождинок
просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Нам себя уже не изменить и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. Я хочу быть Кохимана там. Здравствуй, Дима. Я буду тебя брать в свою игру. Нам себя уже не